Прикольные часики, воля. Какой-то минимализм, диссонанс как будто создается или что. Не, они очень прикольно играют со стилями. То один завезли, потом другой, поменяли на третий, потом вернули обратно. Какие-то такие вот некоторые... Короче, что происходит, пацаны? Это не то, что я ожидал. Мне нравится то, что я вижу, то, что я слышу. Хотя, когда я читал текст перед этим, я думал, он будет более, наверное, более танцевальное звучание. А здесь они как-то вот экспериментируют. СМ. Извините, я забыл. Вы же нас любите такие эксперименты. Звучит прикольно. Я не могу пока что-то конкретно выделить. Но в целом, как это визуально подано, что они все собрались, какой-то банкетный зал, там у каждого свое и эта бумажка с именем, какое-то, видимо, мероприятие, туда-сюда. Харяга прикольная. Харяга прикольная. Ее можно было бы потом посмотреть отдельно. В ней что-то или есть, или мне кажется, фиг знает. Ну, пацаны, ребята, вообще красавчики. Это вот все. Все. Удивите. Я хочу еще более удивиться. Потому что пока слишком хорошо. Такое латинское звучание гитарное. Наверное, латинское. Это вот заигрывание вокалом на крем-сода. Оно такое прям акцентированно вот выделяется. Вот все вокруг этого. Бля, что-то локация прикольная. Вокально очень хорошо. Харага классная. Коктейль.
Бэйнг. Давай, это звездочка ваша. О, это альбом. Хотя, опять же, вот Let Me In и Hear Me Out, они были такие разные по настроению. И вот Крем Сода тоже выделяется. Там что, альбом тоже будет максимально разнообразный? Если да, то это же хорошо. Ну, это круто. Надо же, если как заинтересовало, почему бы нет. По картинке мне понравилось то, что они очень часто подчеркивали эту вот тематику Крем-соды, потому что там было по тексту тоже про всякие... то есть весь текст, он как бы как-то завуалированно рассказывает про чувство влюбленности там, потому что были строчки про напряжение, как в бутылке шампанского, когда ее потрясешь, когда вот растет напряжение, когда вот вся пена стекает, хочу попробовать этот вкус, крем-сода, хочу больше. То есть все это вот описано вот крем-содой. Вот это такое визуальное, как это... Как назвать-то правильно? Как это визуальный... Вот я забыл слово, вот так мне понравилось. И это круто. Ну, клип прикольный. Он, конечно, звезд неба не хватает. Он такой, видимо, просто как для... Хотя это, опять же, это дебют, это камбэчный клип. Хотя для камбэка, я думаю, XO себе уже могут позволить вообще все, что угодно выпускать. У них была лирическая Let Me In, у них была более заводная Hear Me Out. И вот Крем Сода, который продолжает как будто эту тему какого-то вот такого вот. Типа, что они все опять собрались вместе, там были кадры, где они типа, там прибухивали, все остальное, там потанцевали туда-сюда, это вечеринка, пати. Вообще, пацаны, ребята нормально так оторвались. Мне понравилось. Блин, альбом что-ли теперь послушать или что? Три треки были классные. Вот это, конечно, слишком сильно заманчиво, конечно, заманчиво. Хотя всего лишь 9 треков, 3 из них уже мы, в принципе, слушали. Не знаю. Но это в плейлист по-любому. Это мне прям зашло. Я не ожидал. Поэтому да. Как-то так.